Итак, ребят. Инквизитор, где вы? Вернитесь. Мы на Codeplay и продолжаем играть Инквизитора. Сами знаете, здесь очень даже интересненько. И не собираюсь тебе платить, малявка. В этот раз помогу бесплатно. Хорошо. Спасибо, что не стала обдирать меня как липку. Быстрее, Инквизитор, я весь день ждать не буду. А что тебе еще делать? Я очень занятой человек. Не сомневаюсь. Наведи. Девчонка все знает. Умница. Юная помощница. Ее можно будет взять в... Я бы взял бы ее с собой в эти... На обучение. И песика тоже. Песик помог бы. Куда ты? Листочки, осень, да? Красота какая. Спасибо, малявка. Дальше я сам. Ну ты, друзок, колесый. Ну ты, молодец. Охраняй хозяйку. Помогай ей. Тебе нечем заняться? Добро пожаловать, мастер-инквизитор. Боже. В какой камере сидит подозреваемый в убийстве проститутки? Простите палача Руланда, он тут главный. Скорее всего, он сейчас пыточный. Страх, кровь, экскременты и смерть. Все темницы воняют одинаково. Меч господин, Роланд надел костюм веселого палача и даже маску. Ну ты же просто шут, гороховый. А, инквизитор, острый глаз. Костюм перемерил мой на раз. Его наденешь. Ты и вот, нутро твое наружу прет. Хотел я знать, зачем палач из Тиана с рассветом облачился в сей костюм. Десница самого сурового закона обязан быть до крайности угрюм. Теперь его история ясна. Вся... Все это маска, маска. Да, она. Она вселяет страшное веселье. Хоть ты палач, хоть бог. Она источник стихотворений и жути. Она подскажет, как править плеть твоей рукой, такую жертву хитро раскрутить, что демоны сбегутся на посмотреть. Она укажет болевые точки, куда нажать достаточно лишь раз. И вот хохочешь ты от ночи до ночи, впадая в чистый пыточный экстаз. Не торопись, однако, сдай назад. Ведь... Что-то привело его в сей ад. Прошу учесть, здесь все мое по праву. И мне решать, кого железом жечь, кого кто хочет палач
примирить славу, вмиг голой жопой посажу на печи. Он говорит стихами, словно веселый палач. Сошел с ума или просто притворяется? Я пришел допросить заключенного. Мастер Роланд. Как мило, мастер. Истинный поэт. Смотрите же, как вырвутся на свет слова, что узник бережет. Внутри. Минуты не счастешьте. Раз, два, три. Успокойте, мастер Роланд. Не думай, что нужно прибегать к пыткам. Испорьте все веселье, скучный друг. Тут впору крыс насаживать на крюк. Ты знал убитую потаскуху? Нет, господин. Всего пару раз его видел, когда она завязывала клиентов на... зазывала на улице клиентов. Эта проклятая шлюха оголялась перед всеми. Она все одинаковые. Однажды они нас погубят, паршивые суки, и из-за них нас ждет такая же судьба, как Адама в раю. Короче, он против, да? Них. Ты убил проститутку, скажи правду. Помни, инквизиторы чувствуют ложь. И я этого не делал, господи, клянусь. Все, поначалу все клянутся, потом спешат переобуться. Где ты взял плащ и кинжал? Их выкинула какая-то женщина. Я клянусь, сначала она избавилась от кинжала, и чуть погодя от плаща. Я был в сортире и все видел сквозь дырку в двери. Единственное, что я не видел ее лица. Я надел плащ, потому что вечерам еще холодно, и кинжал взял, чтобы продать графине. Она любит всякие такие странные штуки, и даже посылает за ними служанок в порт. Обычно темнокожие нонтли. Девушек графини легко узнать. Серебряным ожерельем, с пурпурными камнями. По ним торговцы понимают, кого обслуживать первым. Ты лжешь, говоришь, что на самом деле произошло, иначе я отдам тебя палачу. Теперь молчите и смотрите мой черед. Мне этот доходяга не соврет. Я говорю правду, клянусь. Вроде не врет, но стоит перепроверить. Его слова в ином мире. Покажи мне пустую камеру, мастер Роланд. Мне нужно обдумать слова этого доходяги и посвятить себе молитве. Желание инквизитора – закон. Найдется место. Тихий, чистый схрон. За мной, инквизитор. Мешкать не надо, ждет вас в конце тишина и прохлада. Низкие потолки у вас, ребята. Моя голова сюда. Молитесь, поститесь, давайте обед. Мертвое тело — лучший совет. Сосед. Посмотрим на этого шутника. Идеально. Вообще пофигу. А пока присматривайте за заключенным, но трогать не смейте. Охранять ума не надо, охраняют шавки. Стадо. На приказы клал я нож. Что? Ты с палача возьмешь? К счастью, от него еще не воняет. Итак, давайте приведем
Отче наш, владыка наш, избавь нас от слабости, дабы не прощали мы согрешивших против нас, и вымогало зло и мрака, дабы мы могли искоренить его во имя Твое. Аминь. Те, которые не имеют закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом, они что-то... Так, ну мы в ином мире. Итак, у нас какие-то здесь будут... Бля, красота. Так, теперь у нас ритуальный нож есть. Вспышка. Вспышка ослепит мрак и даст вам время сбежать. Если к вам приблизится страж иного мира, начинайте молиться. И нажмите 2. На вспышку тратится свет. Понял. Мгла. Некоторые части нового мира окутаны мглой. Находиться в них опасно. Мгла будет замедлять вас и привлекать к вам внимание мрака. Так, разорвем путы здесь. Тоже мне вертолет.
Стилизация очень красивая. Прекрасно. Так, где солдаты, да? Что за кинжал?
9 точек просто. Ровная баба. Итак, соберем все воедино. Что за кинжал? Почему он весь в крови? Боже, не мислю, что я натворила. Он почки вырезала. Что это такое? О боже. Своенравная баба, иди кинжал. Что ты с ней сделала? Кто это сказал? На вид обычный, кинжал как кинжал. Но он наверняка непростой, раз смог использовать его в ином мире. Интересно, как еще можно его применить? Бедняк не лгал, его надо отпустить. Скажу честно тебе, глупый, кровавым зрелищем всегда рад. О, Мордимер, пусть Бога славит тот, кто
от моих чудачеств не умрет. Боже. Чума на всех. Что в нем за копошение? Чужое. Органике потребно. Угощение. Как это произошло? О, тут все простенько, дружок. Переснабивает котелок и сверху дном. На брюхо и кинуть сверху уголек. Грех выгрызает до кишок, как нищий ту краюху. За это тебя надо обезглавить. Давай же, обезглавь, попробуй. Крыс, хотя мне непонятен твой каприз. Бедняк был невиновен. Я виноват, тебе не угодил. Хоть я старался, не хватило сил. Но я клянусь стать лучше и полезнее, чтоб ты ко мне с улыбкой приходил. Еще открою маленький секрет. Мне в этом мире равных просто нет. Нисколько не раскаивается и продолжает говорить рифами. То ли сошел с ума, то ли гвозди и шипы. Когда я только пришел, Роланд сказал, что маска веселого палача вкладывает идеи рифму ему в голову. Может, она проклята? Есть только один способ это узнать. Задул маску заиметь мою. Безумство храбрых громко песнь мою. Ох, Мордимир. Не стоит утруждаться, я быстрый, на месте не стою. Блин, текстура. У палача задумка есть одна. Проверит. Инквизитор. Рана. Поиски Роланда темнота. Находится в темноте опасно. В освещенных местах Мордимира поджидает... В местах Мордимира поджидает Роланд. Не задерживайтесь там долго. Ищите источник света. Короче, надо... Ага, вот оно. Тепло. Тепло. Теплее. Я оставлю его исчезнуть. Ага. Ну, это фокус. Ха-ха. Ищи, ищи. Мерзкий трус.
тепло. Мы играем в прятки. Гаденыш. Станические какие-то здесь. Так, свет. Прятки закончились. Палач Роланд? Вы где? Где я? Амелия, это я, Амелия. Девочка мне принесла обед. На это нужен... достойный ответ. Закрою ее в самый... темный из камер, где запах могилы... стоит сотни лет. Палач, где вы? Ну-ка. Милаха, ты где-то здесь. Мастер Роланд, я принесла вам еду. Где малышка? Ой, снова мы встретились. Козел. Я тебя уничтожу, козел. Выпусти меня отсюда. Где ты? О, малышка. Выпусти меня, умоляю, палач. Сошел с ума. Он хочет погубить меня. И порубить на кусочки. Я не знаю, сказал только, что ему нужно подготовить стол, инструменты, а потом... исчез, освободи меня.
Не знаю выход, за мной. Понял, понял. Ну и ну. Шевели ногами, инквизитор. Давай, давай. Step back. Назад. Damn it. Проклятие. This way. Lift me up. Сюда, подними меня. Давай, быстрее. А, ой, я здесь. Я иду, моя малышка. Не поддается. Бежим, бежим. Какого рожна, пусти. Нет, выпусти меня отсюда, я виновен. Точно я знаю. Ха-ха-ха. Быстрее, инквизитор. Вот дверь. Он идет. Баста, инквизитор. Кончились все танцы. И поиграть хотел я. Но пора прерваться. Меч господин. Он забаррикадировался изнутри. Нужно поговорить с капитаном. Стража. Может, его люди смогут снять с палача маску. Где твой капитан? Мне нужно с ним поговорить. Сейчас он должен быть в трактире. Пойдем, малая. Здесь тебе не место. Теперь ты не будешь носить этому засранцу. Я провожу тебя до дома. У меня нет дома. Тогда где ты живешь? То тут, то там. В городе много мест, где можно безопасно переночевать. Откуда у тебя деньги на одежду и еду? Кручусь как могу. Выполняю всякие поручения, иногда что-то нахожу или люди мне дают. А иногда воруешь, да? Иногда. На улице жить непросто. Я не жалуюсь. Я не единственный подкидыш в мире. Некоторым еще хуже. Ты настоящая маленькая разбойница. Я понимаю, что тебе тяжело. Я тоже сирота. Не в ту сторону.
До встречи, инквизитор. До встречи, малявка. Ваша комната готова, мистер Инквизитор. Она наверху. Налей нам два эля, трактирщик. За мой счет. Я допросил бедняк в темнице. Он оказался невиновным. Вы его выпустили? Не успел. Палач выпустил голодных крыс, которые прогрызли бедолаге живот. Простите, что? Он надел странную маску. Боюсь, палач сотворил такое из-за проклятия, которое на ней наложено. Не хотелось сорвать, но этот демон забаррикадировался в темнице. Можете послать туда своих людей? Сделаю, но только после завтрашнего парада. На него съехала целая прорва всяких чудаков. Они все пьют и дерутся. Я должен поддерживать порядок, но мне не хватает людей. Я бы предпочел, чтобы вы занялись палачом немедленно. Мне не хватает людей, инквизитор. Я могу разве что перекрыть выход в темницу, чтобы не дать палачу выйти. Ну хорошо. Спасибо, что угостили, капитан. В следующий раз выпьем за мой счет. Да, такого вот, этой твари надо, я бы сказал, остановить. Старая бумага. Вставай, инквизитор. Вставай. Что тебе, малявка? Ты обещал мне серебряного ангела. Не могла подождать, когда я проснусь? Но ты же проснулся. Ах, но ведь ты начинаешь мне нравиться. Да, начинал, да. Лови. Трактирщик просил передать, что он приготовил тебе завтрак. Скажи ему, что я сейчас спущусь. Ну что, ребят, давайте на этом остановимся. Очень интересная была серия. Давайте перейдем к следующей серии. Я надеюсь, вам она нравится и будет кайфово. На этом все. Хорошего настроения, всем ребятам. Всем пока-пока.